Колян, что ты сегодня ждешь от сегодняшнего дня? Я сегодня жду, чтобы я сегодня уползал и зык на плечо отсюда. Вот как минимум, он не так ходил, как обычно. А тебе можно, да? Можно уже? Я сегодня подготовился, переволновался. Окей, круто, все. Ребята, что вы ждете от сегодняшней тренировки? Мы хотим устать. Устать? А ты, Серег? Я хочу домой, да? Пошли в пинг-понг, да? Не-не, в этой тренировке я хочу, чтобы мы ушли живыми. Живыми, уйдем живыми, наверное. Так, я тебе сейчас еще раз покажу, что я хочу. Ясно. Не только ты один этого хочешь. Ну, давай повернем. На самом деле, что у нас надо сегодня провести тренировку интенсивно. Сегодня будет база, парни. Тохи нет. Будет база. Будет база. И сегодня я буду. Да, 2 часа. Я сегодня всего лишь на 2 часа. Так что потом я натреню по шафу. А так, парни, я, так как Колян попросил последить за вами и поднапречь. Тренить почти не буду. Я буду следить за вами, за вашей техникой, буду исправлять это. Всех, каждого. Все будут справляться. Да, мы готовы. Так что готовы взорваться, парни. Всего лишь сделаем, наверное, подходов 20, каждый на максимум. Каждый на максимум. Что подходов? Сначала турник, потом брусья, потом, возможно, пол. Я потреню свое... Пол сменим на максимум. Пол сменим на максимум. Я так все еще не поздоровался, всем привет. Сегодня воскресная тренировочка. У нас есть новый участник, это Макс. Здорово, Сань. Колян, так, ладно, все, короче. Разминочка 30, 60, 100, да? Ну все, поехали, парни. Мне говорят, что я всегда под чем-то. Ты всегда, как минимум, под одеялом. Под одеялом. Уютненько. Под одеялом уютно, особенно если ты не один. Так, у нас пришел Горюха. Всем привет. Опять вам. У меня предчувствие. Зеркало. У меня прелюдия. Это танец живота, короче. Прелюдия. Прелюдия. Что у нас? У нас сколько подходов? То ж мы размялись. И что ж, идет у нас брусья. Парни, сегодня работа нон-стопом. Работа нон-стопом на брусьях на максимум. Максон, ты с нами? Вот, круто. А, глаз мой. Круто. Все с нами. Колян, ты с нами? Колян счастливый. Ну что ж, в общем, давайте, делайте вы, я за вами слежу, потом делаю я. Делаем нон-стопом, без отдыха, в упоре, на максимум каждый подход. Не, первый разогревочный можно сделать процентов 20. Глубокий больше. А вы через сколько делаете? А? Ну, они уже третий уже делают. Я уже, блин, брусья не тренировал, не знаю сколько, наверное, месяц. Ну вот, все нормально, Серег, по тренингу. И один, да, только лишь один подход сделал, я понял, да? Ты до такого же уровня вот доходил, когда рукой касался. То есть не глубокий. Давай. Мик, давай, можешь. Давай, дожимай. Вниз пошел. Давай, пошел. Давай. Во, вниз. Пошел. Давай, вот. Давай, не раскачивайся, напряги пресс. Пошел. Еще вниз, давай. Давай, вниз, пошел. Давай, пошел. Ну. Так Коля сделал свои первые 10 повторений. Что, я могу так? Испугал. Ничего себе! Америка. Сталина нет. Какой подходик, я говорю? Седьмой сейчас будет. Господи, как вы это делаете? Всегда правый. Мы просто не делаем по...
Да. Если делать в два раза меньше, это будет все в два раза быстрее. Мне придется пиликать эти, понимаешь? Пиликать. Никто не должен знать, сколько я делаю. Это как сейчас. Все же смотрели серию. Просто. Там все запикало. Видно, что нарезка кадров, да? Я попросил, чтобы запикало. Москва 24, мне тоже репортаж понравился. Да, хорошо сделали. Че, у кого какой подход? Пятый сейчас. Не, я тоже не. Восьмой. Мишаня, ну ты вообще. Ну вообще, гонь. У меня будет шестой. Тоже восьмой? Да. Как вы это делаете, ребят? Меньше отдыхаем, больше делаем. Больше делаешь? И сколько твой последний подход? Сколько твой последний подход количество? 27. Не очень много. Потом маленькая интенсивность. Да, это главное. О, Максон уже тащит. Все болтают, Максон тащит. Так можно было делать псевдоним. А сейчас тоже можно. Нет, сейчас только фамилия, имя, отчество. Ну, типа это. Придуманные. А ты, то есть, ты считаешь, например, Шушаня имя такое может быть, а Калямба не может быть? Шушаня? Ну, например. Шушами. Калямба Шушами. Шушами. Грефневая Кавка. Давай, делай Грефневая Кавка. Все любят Грефневую Кавку. Грех на руках? Это Хиля. Давай, галыш. Где-то я читал, короче, малая девочка ходит за бабушкой. Повторяю. Четыре мои галыша сикайся. В кадре. Мои сикайся. Мои сикайся. Вот интенсивность. Одно КПД и другое КПД. Почувствуйте разницу. Energizer. Longer and longer and longer. Мне кажется, он на атомном реакторе работает. Они миниатюрный такой, встроенный. Правую. Правую или влевую? Давай. Я говорю, давай. Ну куда ты пошел? Давай сюда. Ян, давай сюда. В игре широкий плат. Давай. Следи за ним. Нет, не могу, пока рука не двигать. Ту. Восьмой. Так, нас посетил Серега. Передавай привет фанатам. Все будем дренить. Все, больше ничего не скажу. Я не готов. Выключай. Ну что ж, мы закончили бруси. 10 подходов, каждый на максимум. Сколько у тебя в сумме? Ну где-то 280 примерно. Как пролетело быстро. У кого сколько в сумме, ребята? Все же закончили? Сколько в сумме? 60 подходит. Мы сделали 7 подходов, на подтягивание осталось еще 3. Саня пока нас не видит. Нет, он тоже делает, 8-й подход делает. Игорь, ты мы взял? За ним тоже будем сейчас повторять. Вот только он делает 25, а мы по 10. Улыбайся! Почему я не вижу слез радости? Эффект этого, значит, ты монстр. Да он на сане просто висит. Это вырежет. Запикал. Долго будет вырезать? Ну, получается, как бы. Вечное видео один трёх бесполезный. Ты понял? Кидает, короче, как подтягивается. И грудь так вот. Это вам не считается. Да не, нормально, если рывка нет. Нормально же, Серёг. Да. Обычно нормально. Бред. Чё? Давай ещё. Разок, разок. Давай ещё 10, да? Я не увидел. Вот это вот. Как бы. А, когда далеко голова. Да, это плохо. Я считаю. Да и блядь, так делал. Дэнчик, прости меня. Я говорю, я Дэнчик, как-то вот так. Что такое? Надо вот так делать. Что за дынь? Санёк, блин, надо вот так. Да я снимаю, снимай. Вот так, давай, так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Санёк, надо.
так делать. Санек, нет. Нет, надо, надо. Санек, подтягивайся вот так, смотри. Сейчас доход до живота. А ты, кстати, оттуда опять там, да, ладно, в общем, я ухожу. Ребят, вы сейчас что-то делать будете? Наверное, еще отжимашки поделаю. Потом напишите это. Тохи, что вы сейчас делаете. В общем, я заканчиваю, покидаю людей. У меня сейчас вторая тренировочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Ребята все это смотрят, читают. Всем приятно, всем интересно. Ох ты ж, ёб, Галян меня поднял, матерь божья. Будем делать такие упражнения. А, я падаю, Галян. До свидания, Саня. Я падаю, Галян, не могу. Так, Тошка переживает. Мы в церкви на строительных лесах. Тох, бери камеру. Я не могу. Давай, у нас тут друзьяшки новые, крутяк. Давай, ладно, я пойду. Давай, путешествуй. Церковь 851-го, да, года? Да похуй, да. Вроде да, охрень. Убивали блока. Ну, если что, если мы здесь упадем, то мы упадем на... Ой, они так иногда прогибаются страшно. А еще смотрите под ноги, могут быть гвозди. Хо! Блин, гусиный шаг. Они дико просто прогибаются вот там, где ты сейчас ходишь. Охренеть. Так, я посмотрю, упал ты или нет, круто. Пройди. Сначала я хочу пройти ее по кругу, чувак. В позе гуся какого-то хожу. А где ты нашел два авиа? Какой вид, смотри, туда открывается. Да. Тут скамейка даже есть, она же не просто так же. Да. Так, у нас есть скамеечка. Можно присесть, если не было бы уже несколько лет. О, видок и правда хорош. Жалко, что эта камера не передает всей красоты, которая здесь есть. Так, я, пожалуй, пройду на всякий случай. Сюда, вперед. Кто разбирается в том, насколько... Она крепкая? Прыгни, проверим. Сейчас нужно залезть на купол и пройти по нему по кругу потом. Да, но сначала здесь пройдем. Да, как бы храбрость набрать. Блин, они так прогибаются иногда, очень страшно. Еще у меня в руке эта чертова камера. Я боюсь, что если я и полечу, то я не успею ни за что захватиться. Главное, хороший кадр будет. Да. Садиться там держи и не тряси ее. Горизонт не завалю, когда падать будешь. Я попробую, честно. Не обещаю, но попробую. Блин. Вниз? Гусиный шаг. Вот это хрень, посмотри. Тихо, не делай так, дурак. Тихо, тихо, вот там реально очень сыкотно. Они такие вятхие. Че, пойдем там? Мне нравится надеть одеть, но вятхие. Окей. Извиняюсь. Подожди, здесь не добраться внутрь. Вот здесь можно, подожди, стой. Не, не пойдем через верх. Предлагаю сократить путь. Не пойдем через верх, пойдем через низ. Нет, только не шатайте, ёпта! Сань, ты имеешь в виду, что там на углу они немножко...